друзья, мы тут с вами оказались на веселом узбекском мероприятии. Находится это все в городе Фостер-Сити, в Кремниевой долине. Фостер-Сити, он такой вообще город на воде. Видите, тут как красиво все. Мы выйдем еще на улицу, поснимаем. Это такой город более новый. И на водичке. Тут где-то Оракл с какой-то стороны корпуса. Ну, а здесь вот 5 мая какое-то узбекское мероприятие. И нас пригласили. Мы вот пришли со Светой посмотреть. Я пришел, друзья, в костюме, который мне подарили. Здрасте, здрасте, здрасте. Вот, но оказался... Говорят, что это киргизский. Костюм оказался киргизским. Ну ничего, мы его спрятали там. Ходим как есть. Да, Света? Без национальных каких-то символов. Просто так ходим. Друзья, разносят манты. Сейчас будем пробовать. Свет, ты пробовал манты? Нет. Мы сейчас попробуем и все расскажем. Вот она водичка. Ох, дует, ох, задувает, друзья. Ну, да, сейчас посмотрим. Да, смотрите, вот тут люди прям на травке отдыхают. Хорошо? Так, вода, тут какие-то лодочки. Такое ощущение, что лодочки эти управляются как-то так моторчиками. Не знаю, такое ощущение, что вот эти люди, которые там стоят, они этим занимаются. Вот домики стоят. Это все жилые домики. Вы скажете, а кто живет в этих домиках? Вот такие вот, как мы все и живут. Это там инженеры. Ну, люди, которые в долине работают. Вот, пожалуйста, здесь народ отдыхает. Парк. Сегодня воскресенье. Так.
Да. Было время, у нас тут друзья жили. И мы частенько к ним так заезжали. А сейчас как-то мы редко здесь бываем. Вот я думаю, что вам понравится город Фостер-Сити. По тому маленькому кусочку, по которому мы сейчас движемся. Здесь много и таких частных домов. Вот, может быть, вы видите, там сзади они такие неприметненькие. Вот, здесь очень много многоквартирных, очень много. И кондо, и апартаменты для аренды. Вот, ведь люди гуляют. Ой, собачки. Собачки. Красавцы. Так. А тут какая-то набережная, смотри. Прям такое ощущение, что там кораблики оттуда стартуют. Но я как-то не уверен. Вряд ли. Вряд ли. Близко аэропорт. Сан-Франциско, международный аэропорт. Он здесь совсем-совсем рядышком. И тут постоянно в воздухе летают. Друзья, не часто можно меня увидеть в таком наряде. Ну вот, пожалуйста, посмотрите. Говорят, что киргизские, я не знаю, что это. Вот, друзья, плов принесли. Будем пробовать. Поставили красивый печка. Вкусно. Я сейчас тоже попробую, вам все скажу. Это Музафар делал, тот самый Музафар, который делал у нас на моем дне рождения пару дней назад. Ва. Да, друзья, кульминация достигнута. Кульминация — это там, где плов. Вот. Мы сейчас пойдем еще раз выйдем на улицу, там какой-то парусник приплыл. Ну-ка. Ага. Ну не парусник. Так просто человек на доске. Ну хорошо, прощаемся с Фостер-Сити.